Здорово. Урда в очередной раз решила переехать нас блобом. Пока мы проходили аномальку, систему облепили дикторы. Уходить с аномальки можно только в док или принимать вне ее бой на условиях противника, чего мы искренне не хотели. Наш план был такой. Встречаем противника за разгонными воротами в аномальку, в которой находимся, на маяке, увеличивающем урон на 100%. Поставили одного диктора на разгонных воротах для того, чтобы попытаться отсечь половину флота противника и запустить двумя группами. Расстановка сил такова. У противника 27 темпестов, локи, 5 гвардианов, саппорт. С нашей стороны 12 человек. В 2 и 3 окна, из них 7 дамагеров, 1 логинестер и 3 гвардиана, 1 болгор. Остальное всякий саппорт и мелочь вторыми и третьими окнами. Поехали. Много очок? Да, много. Гвардов. По первому. Не, по локи. Секондри шоем. Они могут попытаться оттуда отварпать, кстати. Дремотером. После Шоема будет Альтаир. Апгрейвер сдаемся. Шоем. Потом Альтаир. По Морну? Потом Мартирес. У них расфокус. Альтаир. Потом Мартирес. Сетками там, сетками, чтобы не въехали. Потом Шадоу. После Мартиреса Шадоу. Они въехали. Возможно, греться, грейтесь. Клозовые. Смотрите, чтобы они там не заходили. Если взять. Шадоу. Там отсечете, нет? После второй Шадоу вилл. Не отсекайте пока, нормально. На нас дроны. Смартуем. Моран, смарти. После Shadow будет вилл. По виллу поехали. После вилла Мортарес. По кому дамаг? Не по кому. После вилла Мортарес. После Мортареса Бруно. У них все сухое есть. Не отсекаем больше. После Бруно дам нап. Жака я. Ну, держу давно. Они ратварпывают. Бабл. Дайте. Да не надо. Ну хотя надуй, надуй. Держу надуй. Аду. Диотер, надуй, диотер, надуй. Да, где-то в жопе сейчас подъел. Нормально. В гвардо можешь ехать. Держу, короче, дамнейшн. Смарты отключить. Они отварпывают все. Да, не надо отключать смарты, нормально все. Так, они, давай, начина... они начинают проходить. Они начинают проходить. Проходит. Отлично. А, добиваем. Дам... Чем мы не добиваем давно? Ее качают. Погрелись подо мне. Погрелись подо мне. По свиту дамаг, да? Фрост есть в гриде? Нет, по свиту два нитрика. Потом будет конечно. Аду. Много пришло. Угу. А, нормально. Бродкастим по дамагу. Потом будет Ивил. Дефрост у нас поехал? Потом нет, Дефрост и Харви. А, да, ХДшку убираю, бабл. ХДшки там. Next. Темпест опять. Че, клек? Клек. Вот это вот, ребят, залочите. Вот что? Секондари нага. По меке дамаг. Потом Абаддон. По меке дамаг. Да, докачаю. Угу. По Абаддону. Потом будет Грон. По Морну пошли. После Гронка Бенджи. Пройти мина КВ, попробовать им гвардов оттащить. Нет, не надо. Не-не, все отлично умирает. Бенджи.
Потом под будет. По-моему, тут чил. Попорона откачали. Бродкаст нету. А, блин, да. Сейчас. Подан. Потом ликвия. Тут тебя там не джамят, нормально? Нормально, мне не джамят. Окей. Мне нет, как пытались. По лаптине, по лаптине, по лаптине. XYE. Потом электро. Потом аэре. Смотрите, там какие-то гриффины спавнятся. Потом сир Джек. Ну, с лаптиня дамаг ушел. На кого? Потом дарпан. Сир Джек, потом дарпан. По кому дамаг? По виндику. Может бабл? Браткасни, браткасни виндик. Пайнэппл. Дарпан, потом пайнэппл. Бабл не выключаем. Стараюсь, если есть диктор, разводите. Селин потом. Пайнэппл, потом селин. Какой-то мэн. Кир. Потом дот. И МЖД, собственно. Гварды выкатываются из-под девотера. Поехали, поехали. Потом по рику. Можно ехать за ними, можно ехать растакливать. Там три гварда без капа, они никуда не едут. Пусть следопыт аккуратно к тебе едет, Асквей. Там Кисуни, если что, можно ее попытаться альфануть. Если следопыт браткаснет, я полечу, если он недалеко. Потом Тор. Потом Брэндон после него. Попытаюсь заехать в гвард Хаэли. По утро можете у них взять, он не отвар. Ради утра. Еду в гварда Аврора. Брэндон убиваем. Потом Хаэли. Взял Хаэли. Взял Аврору. Хаэли убиваем. Потом Аврору. Да. Че, Китсуня с 33. Я ее убиваю потихонечку. А я убил. Так, есть что-то еще, да? Это в смятку было?